В Меркентском районе началось строительство нового учебного заведения. В селе Аспаринского сельского округа двухэтажная школа на 150 мест. Проектная стоимость школы современного типа составляет 732 миллионов тенге. Строительные работы, начатые в этом году, скоро закончатся, и школа будет сдана в эксплуатацию. Школа, в которой сейчас обучаются около 270 детей, была построена в 1986 году. В этой связи сельчане обратились к ответственным руководителям и попросили построить новую школу. Вскоре этот вопрос нашел свое решение. В Аспаринском сельском округе идут работы по строительству школы на 150 мест. Подрядчик ТО «Жигер». Сумма проекта составляет 732 миллионов тенге. Строится школа по просьбе жителей. По поручению Управления образования Жамбылской области с начала апреля текущего года начато строительство учреждений на 150 мест. Проектная стоимость 732 миллиона тенге. Школа будет состоять из двух этажей и четырех блоков. Работу выполнили на 80%. У нас работает 42 человека. Все они являются местными жителями. Жители села Аспара рады началу строительства школы. Как только был заложен фундамент, подрядная компания пригласила местных жителей. Был прочитан Коран. Ильдар Гизатуллин, Канахпарат.